Привет, народ! Сегодня будем пробовать вот такую вот оленину. Тушенка особая. Так, где у нас Курганский мясокомбинат? Так, вот состав. Кто хочет, почитайте. Много всего написано. Ставьте на паузу. Баночка довольно-таки симпатичная. Так, вот здесь казахский язык, если не ошибаюсь. Так, ну, достоинство то, что открывается вот таким вот ключом. Тушеночка свеженькая. Тут, так, 11.05.16 года. Так, ну что, будем пробовать, что нам в Кургане за оленину готовят. Что тут видим? Видим жир. Будем потихоньку вытаскивать. Так. Ну вот вижу, что немного есть волокна мясные. Ну, сейчас придется все вытащить. Ну что хочу сказать, жира не так много. Так, ну все, в принципе. Из баночки достали. Жира не так много, но вот этого желе очень много. Это тоже не критично. Если готовить, предположим, с чем-либо таким. Так. Попробуем. Ну, вкус как бы такой. Так, давайте посмотрим, что тут. Вот. Есть волокна. Видно, да? Так, кусочек попробую. Ну, по вкусу я вам скажу. Я тоже уже пробовал курганскую тушенку. Обычную говяжью. Вот видите, тут какие-то сосудики есть. И она, ну вот, ничем не отличается от простой говядины. Я не чувствую, я хотя оленину ел, как бы и строганину из нее, мясо свежее. И как бы так готовил, приготовленную, я не вижу разницы, что это тушенка, вот именно курганская. Ну вот, видно волокна. Вы знаете, как получается, частичная как бы, как котлеты, так называем, то, что перемолено все. Ну и также встречаются куски именно мяса. Вот тут тоже вот видно, по крайней мере, вот здесь видно волокна. Вот давайте, вот видите. Ну, по пятибалльной шкале я бы это под тушенки поставил бы 3 с плюсом. Недостатки много вот этого желе. Ну, и все-таки я не вижу вот разницы, что у них говяжье, что это, я не знаю, как они это готовят, или может это, блин, на банке написано оленина, а там внутри, блин, говядина. Ну, 3 с плюсом максимум. Ладно, всем пока. До встречи на канале. Подписывайтесь.